на сайте Мира Квестов, ну, агрегатора, где вы можете забронировать любой квест, любой перформанс, чему мы несказанно рады, потому что продукт совершенно новый, необычный, и ну, на рынке пока нет такого мирового. Собственно, что такое тюрьма, что такое новый Алькатрас, я думаю, что подробнее расскажет вот Роман и его соучредитель площадки Максим. Я сейчас им передам слово. Что нас сегодня ждет? Сейчас будет небольшая мини-презентация, чтобы вы понимали, собственно, зачем вы сюда пришли, что мы показываем, что вы сможете там потрогать, потестить, пофоткать и так далее. После этого будет непосредственно сам тест, сам тестинг игры. Вот. И после этого вы возвращаетесь сюда, переодеваетесь, выдыхаете, делитесь впечатлениями. И ну, у нас есть небольшой фуршет там накрыт, вы, наверное, видели уже напитки, пирожки, все такое прочее. И после этого будет время, до 17:45 можно будет пофоткать, походить, там, я не знаю, взять интервью актеров и так далее и тому подобное. Так что вот, я думаю, как Мир Квестов, я схожу в сторону, предоставляю слово вот непосредственно организаторам площадки Iron Cage, Максим и Роман. Здравствуйте всем, кто меня видел, кем не поздоровался. На самом деле, Анастасия сказала, что владельцы площадки вам сейчас расскажут, что вас ждет за продукт. Нет, мы вам не расскажем, что вас ждет за продукт, иначе это будет не так интересно. Для этого и сделана сегодняшняя игра для вас, для того, чтобы вы могли, скажем так, один из наших продуктов увидеть. Про все остальные продукты мы сможем после игры вам рассказать. Вот, соответственно... Ну и, естественно, мы вас забыли, ну я вас забыл поблагодарить с тем, что вы сегодня здесь присутствуете. Нам очень приятно такое внимание, и мы, собственно, постараемся то доверие, которое на нас возложено, оправдать в разы. Ну да, на самом деле добавить особо нечего, мой коллега уже все сказал. Рассказывать что-то подробно об игре не буду, скажу лишь то, что для вас наверняка это будет новый опыт, не потому что вы там... не слышали никогда про такую игру, возможно, кто-то из вас ходил на какие-то квесты в реальности или читал про них, или у кого-то друзья ходили. Но это не квест, то, куда вы пришли, это скорее RPG-игра в реальности. Может, кто-то знает, что есть, да, сейчас много компьютерных игр, в которые играют молодые люди, вот, где развивают своего персонажа. Вот вы пришли в то же самое, только в реальном мире. Вот, вам сегодня посчастливится стать на самом деле первыми игроками, потому что у нас были до этого многочисленные тесты. Что такое тест? Тест — это когда ты заводишь игроков и, собственно говоря, мы с Романом там внутри присутствуем и можем в любой момент игру остановить, там, повернуть ее в нужный русло, скорректировать действия актера и так далее. Сегодня этого не будет. Мы для вас подготовили интересный сценарий, отдельный, который еще никто не видел. Это премьера. Это действительно так. Вот, вы его увидите, вы его проживете вместе с нашими персонажами, вот, и потом дальше поделитесь своими ощущениями, своими впечатлениями. После игры сможете задать вопросы нам, задать вопросы нашим актерам, задать вопросы всем, кто это организовывал. Все вас интересующее вам будет рассказано. Хорошо. На самом деле я прям маленькую ремарку внесу, даже не буду вставать, чтобы не перебивать фон, ребят.